62. Robertson, 61. No, and it's amazing, isn't it? A little bit of time to adapt to the table, which was recovered. The one out in the open. 20. Twenty. 34. A little cannon here. 34. I think he was worried that if you played the other. Had travelled, witnessed a couple of kicks this afternoon actually with the O'Sullivan match. One was a pearler. What talk, I think it's nonsense. He got an absolutely nine. No ifs, buts or maybes. Well, that was a kick. Now he's done that. He's gone. What a wonderful shot that was. Also get a shot or two on the cloth. He's got no hope of winning this frame. 39. 46. 54. He's already played one roly-poly shot, if you like, in the first difficult red. Ronnie O'Sullivan. This has got to go, hasn't it? Foul in the middle. The 23rd. So good luck to all concerned there. He's playing another one of these shots. Well, I've never seen him play. Them other than just to do something like that. What a shot. Oh, that's a very good shot. Twelve. 26. Got the angle to go into the reds whether he wants it or not. Fifty. He's on the brink of winning.
He normally... Round of applause there from the knowledgeable members of the audience, because to create that angle with that power was 64. Superb. For sure. At this rate, very quickly. 78. Yes, he can make 136. 94. Happened. It's thin now. Never there. Trump has won. Have been the definition of fluent. To say what? The hit me that he's had. Just remind. Success rate so far. 2-0 down. 8. Yep. Well, that's what he's trying. Wow, that's unlucky. Good. Good shot. Boring. Пока, Star Century. От Трампа с вами режиссер передачи Никита Латарцев и комментаторы Артем. Наш канал subscribe не сделал, то теперь subscribe करें. और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। Любить явную подставку, давай его продолжение. Желтый на отметке черного шара. Вот это преимущество Трампа. Уверенно. Порой даже где-то сам. Во втором полуфинале сыграют. Тенденция продолжилась. Ну, скажем, сегодня. Казалось бы, что в своей хорошей... Что игра будет серийной, игра будет равной. Но здесь нужно делать, конечно, поправку на... Сона с Марком Уильямсом, как подмечали. Set. А тем временем... Заключительную стадию. Ушел от сухого. Может получить серию. 49. И 69. Сенчури брейков уже 596. И шагнул порог в 600 сенчури брейков. У него 600. Ну, тут можно и отыгрываться, играя немного по правой стороне. Нижний винт, то в сочетании с резкой это может привести к тому, что биток упадет в правую сторону. Всегда в отыгрыше с уводом битка нужно учитывать расположение. Так что такой
пристальный мониторинг. Но играет в пятый слева красный. Да? Но только... Очень выигрышно. Хорошо идет. Ну, так долго изучал... способиться к нему может не каждый. На удачу Джада лучше всех именно Джад Трамп. Благодаря Ронни и в финале этого турнира Джад. Сравнитель недавно сказал, в этом сезоне было. Он сказал, я, в общем, не торопиться. Не торопиться. Вот если мы говорим про Нила Робертсона, здесь Нил может... Методично вел. Не просто отыграться, а испортить позицию важного такого промежуточного шага. Ну, молодец, Джад. Ну, он Трампа не такой простой шар оставил. У булкерной линии, что... Что... Не точно, ну, что фреймбол уже играется. Класс. Направлю в левую часть, а потом пошел прием. Вот это усложнение удара. Не знаю, там не исправлять, а просто учитывать это. 25. Разве что так. 26. 34. Очень большой период. Примерно 3... выигранный фрейм и разминка. Во втором фрейме пропорция та же. Желтый неополь. Во втором фрейме сотню ровно. Но все прошло. Прошло. Полезный удар, точный, с которого Нил Робертсон начинает. 7. На Робертсон, да и на того же Трампа. Трады. Витас пользуется бешеной популярностью, а у Витаса тоже примерно такая фигура. Окружение, там, друзья, семья. И вот насколько я понял, там, в этом турнире присутствует, ну, теперь уже невеста Нила Робертсона. 20. Жили, ну и сейчас тоже живут, и вот совсем недавно. Вы зашли с козырной карты, жених снукеру, что примерно через две недели, что примерно на 20 число. Зайти просто. Не, подождите, господа. В игре. Во-первых, мы говорим о том, хорошо, если 8 игроков, 7 матчей на 7 дней. С той, которую мы озвучили... Сейчас нужно без дополнительных кэнонов. Уже нужен был снукер. Шар скрылся в соревновании негласном группу вот этого чемпионата. Ну да, 6 матчей гарантировано. Да. Расслабленная уже. Да, там атмосфера совершенно. 89 очков. Найт. Ну, Нил и тут видит выход через черный борт. Сотня есть, которая, ну, пока отличная, можно сказать, серия. А вот уже 100. Мир, когда 140 и выше. Причем у Робертсона был тогда, по-моему. У стола Нил. Эти 15 минут. 100. Потому что 100. В этом сезоне вновь на одну. У обоих за 60.
аккуратный отыгрыш. Более пассивный вариант. Можно было рассмотреть отыгрыш и от группы под розовым, но это... не атака ли это? Это была атака, но... Здесь, мне кажется, все-таки поторопился. В прошлом фрейме подтвердил грозность своих атак. Его Нил... Сделан выход. Ну, тут простенький был удар. Вот это все-таки разная градация. Одно дело дать прямолинейность движения выразительных ударов. Я затрудняюсь, честно говоря. Фирменное ниловское видение серии, построение серии Робертсона, он никогда не нетерпеливость, и даже при открытых красных он все... Умение проводить сильный удар. Нет, видите, пошло же, и больше волновал подбой. Принял решение, это атака. И удар точен. Первый остановился на отметке в 39 очков. Здесь еще биток в группу красных, подразумевая положение... А уже сходил, посмотрел, что там у дальнего борта. Это люди, которые могли бы стать. Но вообще, нужен ли им третий в такой компании? Стал играть черный. Критично. Эйт. Это играл он синий шар с подбоем бортового красных под розовым. Но ошибся и... Ну, или даже не повезло. Что, ну, были шары видимости, но тут надо отдать должное Трампу. Он сложный дальний удар провел. Особых позиционных проблем нет, но вот все-таки это может и не понадобиться. Там еще вот с синим и... Ой. Нет, нет, ну, смотрим. Отодвинуть синий — это тоже хорошо, с левее коричневого. А мы видим, все-таки далековато, далековато от этой точки. Нет. И все же... Но... Счет. Полусотенных серий не было в этом фрейме, но это и не так важно. Снукер. После перерыва две партии выиграл Нил, одной из которых вполне реальными шансы казались Джада на победу в этом фрейме, но... Тоже, но Нил атакует, играет выше центра, да, выкатился биток... В общем, все очень благоприятно для ведения. Чтобы была возможность комбинации винтов, ну, как... Фото. Не так. Уверенно шар забивается, и можно разнообразный выход. Какой отскок получается, потому что довольно плотно попадание в прицельный шар. И отскоковой винт тоже. Хотелось бы, чтобы красный был прямой, тогда прокат. Но он не был. Пол нормы набрал он. Довольно шустро. Могли внести между матчами. Есть ли продолжение? А вот сын. Ну, я думаю, что если бы это был все-таки сын Нила, его показывали бы чаще. Желтый на левый борт. Спокойненько. Еще одна так. При весомом преимуществе. В таком шаре заминка. Литературное слово для такого эмоционального фрейма. Волнительный. Матчи уже вот историческими становятся и потом вспоминаются не раз. И вот же... Волнительное. На него внимание.
Но мне показалось, что он была рихтовка. Дальний борт, сильный удар, но вот о чем мы говорим. Сильный удар шара. Поэтому отыгрыш от парочки красных и... Красивейший. В этом матче столько сложных ударов Джада и вновь великолепен. Но трудная концовка. Но можно и снукерить. Выходил именно так. Коричневый, но нельзя задеть коричневый. И не снукер. Это фол, там и свободный шар сразу. Может, ну, все-таки сохраняет Джад надежду на успех, потому что шансы Нила тут повыше. Ему просто один цветной надо сыграть. К дальнему. Биток идет на ближнюю половину. Но здесь другая конструкция. Может. Ну, это стандартный. Не получилось поставить снукер за коричневый. Ну, нет. Будет. Но Нил попал. Ну, один снукер еще тут. Да, один снукер. А Хенри согласится с вами, не могу. Может быть, эпизодически такое и бывало, но вошло прочно в репертуар. Ставить снукер сложно, правда. И черный, и розовый на своих местах. Вторая попытка Джада, но... Учить, что нет такого слова «волнительный». Но сайт Грамота.ру именно на... Насыщенные. Цвет. Ну, что за удар? Плохой. Причем, почему выбирает Нил обязательно? Ну, нижний красный не так помешает Джаду при плотном попадании. Ну, нужно, ну, это удорожание. Так, но это было очень неудачно. Нет, есть там снукер или нет? Говорят, снукер все больше и больше. И с такого ракурса все видят, все. Обман. Особенно, когда шары на дальней половине из игры Трампа. Там был важный момент. Смотреть и пытаться видеть чуть больше. Ну, такие моменты возникают редко. Под разным углом может быть расположена камера. На каких-то турнирах... Ну, вообще... Фраза о том, что это объединяет нас общей любовью, общей радостью. И не в ку... Посмотрим дальше за серией Нила Робертса. Не нужен рест, а вот в правый угол... Нил. Просто в одном без полусотни. Точка была поставлена в 10-м фрейме 6-4. Ну а тут 5-3 в пользу Нила Робертсона. Игрок... у Нила Робертсона. Ну вот, что хороши оба в этом компоненте. Ро, куда, да просто не было правый красный шар.
Это сейчас у Джада не прошел дальний удар. А где гарантия, что не пройдет и... Или все-таки от группы? Да. Ну так дернул Ким Джад. Здесь ток где-то в районе зеленого. Ну, конечно, куда ж там? А здесь все, зеленый свет. Но пром. Это позиции. И в этом брейке. Гораздо важнее, что там с крас. Разводить группу красных шаров и... Ну, с удивлением наблюдаем по годичному рейтингу. Пожалуйста, это... Ну, реальнее всего... Позиции нужны новые, новая подготовка. Ну и мне кажется, раскрывает позиции, техника выполнения удара даже в отыгрыше при каком-то. Если такой вариант оборон. Может получиться снукер. Ну, должен. Лишь бы докатил только. Но до дальнего борта один борт, второй. Мимо розового прошел, в красный попал. Естественный вариант. Использует Джад. Там нет. Другой шар виден. И что, режет? Не дорезал, не дорезал. Вот тут шар. Сяду. На желтый. Сядь. И левый, и правый. Да, и левый, и правый. Прочувствовал, выходит, да, попадает и тут. О, Джад, игрок агрессивный, он атакой. Припощается Джад, развязываются у него руки и... Неважно расположены. Красные, вот, сильные удары. Здесь не обязательно ление. Это напряжение, которое было у них финального матча турнира Players Championship. Чуть было не сказал в овертайм. Ну, можно сказать, Шипси Нил. Пошла серия Джада. Нил Робертсон в матче с Уильямсом ввел серию через синий шар. А вот по бортам. Но не точен. Отыгрыш по правой стороне с переводом битка к желтой лузе. Да, решили их подслушать. Надеюсь, получить подтверждение о том, является этот мальчуган сыном Нила. Ну, не знаю. Ну, значит, нам придется отдуваться еще. А мы транслировали. Точнее, начали транслировать в это. И уверенно. Ну, вот этот же удар Джад. И не забивает. Просто срезать такой шар было, конечно, безумием. Потому что можно было оставить правый красный. Так здесь не докатил. Нил, не докатил.
восстановление позиции, но сейчас, по-моему, хорошо все получилось. Утомление какое-то на его лице. А здесь мы видим, не теряя внимания... Бэк Джатра в матче со своим приятелем Лисовски. Ничего. Сябрь. Мы должны быть бесчисленными за то, чтобы в каждом матче было как можно больше фреймов. Так что перспективы Нила на победу. А после синего суда... Хороший был обмен отыгрышами. Хотя сложная позиция была даже для отыгрыша. Мы там не выкладывал в письменной форме. Но в чем, принято сказать, в этой сложной борьбе, в чем слабость Нила, скажите? В других компонентах и полусотенная сеть. Первым финалистом.